И на таком фоне на Украине проходит масштабный крестный ход. К участникам на западе страны сегодня присоединились еще 2000 человек, жители Тернопольской и Ровенской областей, которые откликнулись на призыв Украинской православной церкви Московского патриархата. Первые колонны там выдвинулись в путь в субботу. К 27 июля они соединятся с паломниками из восточных регионов, чтобы в канун празднования крещения Руси в Киево-Печерской лавре вместе помолиться о восстановлении мира на Украине. Чтобы была православная вера, чтобы не было войны, чтобы не было кровопролития, чтобы был мир, любовь и взаимопонимание. Я еду крестным ходом до Киева. Верующие из Донбасса отправились в путь на неделю раньше. Им предстоит преодолеть пешком более 1000 километров. Участники крестного хода несут с собой величайшую святыню, образ Святогорской Божьей Матери.